всем городам. В прошлом году как распределялась сумма на дороги? Она распределялась соответственно протяженности дорог в каждом городе и районе. Естественно, и Горловки выделялись, и будут выделяться средства. Вопрос того, что насколько качественно были сделаны эти дороги. Так вот, мной дано поручение УВД области, КРУ, по конкретным городам, я даже скажу по каким. Красноармейск, Харциск, Горловка. Проверить, каким образом был сделан ремонт, что теперь в таком состоянии опять находятся дороги. То есть это больше уже вопросы к правоохранителям даже. А они пусть задают вопросы к героям нашего времени.